В жизни каждого из нас бывают незабываемые встречи. Мне очень часто приходит на память встреча с замечательным протоиереем, уже почившим, отцом Николаем Агафоновым. Он написал совершенно замечательные книги, которые я советую вам почитать. Прежде всего, «Непридуманные истории», «Отшельник по неволе», «Жены мироносицы» и многое другое, что написал этот замечательный священник. Умудренный опытом и награжденный патриаршей литературной премии. Но вот однажды, когда мы с ним только познакомились, батюшка встал и при всех священниках, и при архиерее прочитал замечательное стихотворение, которое я попросил у него, и сегодня вам хочу его прочитать. Этот стих батюшка прочитал с таким душевным теплом, что я его запомнил. А звучит этот стих так. «Не знавал я попов на свете, никогда не зубрил молитв, но души, если нет, скажите, что тогда у меня болит? Что за хитрая эта штука, где жилище во мне нашла? Или нынешняя наука впрямь чего-то не доучла? Тихо в мире, светло и звездно, вызревает рассвет в тиши. Позаботьтесь, друзья, серьезно о спасении своей души».